Привет, друзья! Сегодня мы рассмотрим с вами такой сайт, как Manta Network. Зайдя на сайт, мы видим сразу же предложение внести свой вклад в их краудзайм. И также слоган данного проекта – это включение конфиденциальности для любого актива парачейна. Также видим меняющееся менюшка – это конфиденциальность сети, частные сделки, частный обмен и дальше мы видим возможность подписаться на каналы данного проекта в Телеграме, Твиттере и других сетях. Снова же видим, как слоган проекта, это мы создаем совместимый уровень конфиденциальности для экосистемы Polkadot и возможность присоединиться к краудлоун данного проекта. Дальше у нас небольшой ликбез, что такое Manta Network и зачем она создается. Тут описывается то, что проблема, которая есть на сегодня, это то, что блокчейну не хватает конфиденциальности, совместимости и удобства использования, что в итоге приводит к большому количеству других проблем. И именно поэтому создается Manta Network. Это совместимый и частный протокол для стека DeFi с децентрализованным обменом, сохраняющим полную конфиденциальность. Дальше мы видим вопрос, как сделать другие токены приватными в Manta Network. Это можно будет сделать с помощью процесса, который называется, грубо говоря, чеканкой. И если говорить кратко, то можно будет инициировать транзакцию чеканки монет путем внесения базовой монеты, такой как, например, Polkadot, и скрыть ее, сделать транзакцию конфиденциальной через сеть Manta. И третий вопрос, на который создатели проекта дают нам ответ, это почему вы решили использовать Substrate вместо эфириума. Они считают, что блокчейн Polkadot обеспечит более широкий пользовательский интерфейс для DeFi, чем эфириум в настоящее время, и что с архитектурной точки зрения им нужны более быстрые по времени выполнению, быстрому консенсусу и функциональной совместимости токены и сети, чем то, что нам сейчас предлагает Ethereum 1.0. Дальше у нас идет небольшой блок для инвесторов. Тут довольно интересное описание. Для этого нам нужна деревня, и мы гордимся тем, что эти удивительные фонды и люди рядом с нами, когда мы строим Manta Network. И как видим, здесь представлены инвесторы, это Polychain Capital, Multicoin Capital, Longhash, CoinFund, Alameda Research и другие. Дальше у нас отзывы от CoinDesk, Nasdaq и CoinTelegraph. Андрей Шевченко также оставил свой отзыв, здесь можно перейти, прочитать полностью статьи, которые были написаны об этом проекте и ознакомиться с проектом получше. Дальше блок про то, какие сетевые сервисы будут у сети Manta Network. Это такие сервисы, как Manta Pay и Manta Swap. Manta Pay будет предлагать приватные транзакции в сети с любыми парачейн-активами. То есть пользователи смогут в частном порядке отправлять биткоины, эфириумы, доты и другие основные криптоактивы, а также активы парачейна на любой адрес кошелька в Manta Network. А Manta Swap предлагает частную децентрализованную биржу. Пользователи могут использовать Manta Swap для торговли различными основными криптоактивами и активами парачейнов, не покидая сети Manta Network, что обеспечивает анонимность адреса кошелька, которым они будут пользоваться. Дальше у нас показаны партнеры данного проекта. Это Fala Network, Reef, Dora Factory, Equilibrium, Tidal, SubDAO и другие. Написано то, что Manta Network предлагает уровень сохранения конфиденциальности для всей экосистемы Polkadot. Партнерские отношения необходимы для реализации их миссии по созданию полностью частной сети для всех парачейн-проектов. И дальше у нас статьи, которые описывают, почему Manta, знакомство с самой сетью
интересный факт, почему нужно следовать за Manta Network в Твиттере. Они пишут, что у их баннера крутая оптическая иллюзия. Проверьте это, повеселитесь и следите за ними, чтобы быть в курсе всех последних новостей о прогрессе Manta. Ну и есть статья о выборе архитектурного дизайна Manta. И в конце мы видим white paper. Также его можно загрузить и ознакомиться с ним. В самом конце, подводя итог, видим, что Manta Network — это частный уровень или лучшее решение, которое создано для всей экосистемы Polkadot. Оно построено на платформе Substrate, и Manta Network изначально совместимо с другими проектами и активами парачейнов, включая обернутые основные криптоактивы. Также есть возможность следить за Manta Network через социальные сети, как Telegram, Twitter, и оставить свою электронную почту для того, чтобы получать все последние обновления по данному проекту. Спасибо за внимание, друзья. Надеюсь, данная информация будет для вас полезна. Пока.